Доброй ночи, сударь и сударыня. С вами Шоу Лоспять. Сегодня мы продолжим проходить кампанию. На этот раз мы будем проходить третью по счету миссию Киншаса. Глава первая, фасад фронт. Увидим снова взрывы. Поехали и займемся обезвреживанием мин. Помните Splinter Cell Chaos Theory, когда два агента обезвреживали мины под метро станцией? В этой миссии нам придется тоже обезвредить одну. Если объявится тревога, то будет несколько. Agents, welcome to Kinshasa. Intel suggests that the bunker complex up ahead is being used to store a dangerous substance known as red mercury. Make your way inside. More instructions will come later. The best way to get in is to make that hole bigger. Plant a charge and get to safety. That should do the trick. Good job. You're in. Ну а вот наш первый бадабум. Похоже, он последний. Теперь нам придется ждать нашего второго напарника, чтобы он помог нам выбраться из этой дыры. Так, ну давай, залезай, ну что ты там... Миссия, по сути своей, немножечко сложная, немножечко легкая. Сложность в том, что здесь нужно будет обезвреживать мины. А легкость во всех остальных действиях. Так, мы должны взломать замок. Он у нас шестиступенчатый, походу. А, нет, не шести. Переключаемся на нашего синего агента, и мы тут проползаем, проползаем, ползем, ползем. И сейчас мы выйдем к красному. Вот, собственно, из этой дыры. Перепрыгнем через ограду и посмотрим, что у нас тут есть. Компьютер. И отключить системы камер. Okay, boys. Some of the cameras should be off, but not all of them. Proceed with caution. Все, камеры отключены. Но здесь у нас лазерная мина. Мимо нее не пройти, ее нужно отключить. Или же выстрелить в нее с дальнего расстояния, но объявится тревога. К сожалению, здесь не очень, вообще неудобно обезвреживание, поэтому мы будем переходить в режим другого, в режим софтварный. Так, ну вот, мы перешли в софтварный режим. И что мы рекомендуем? Я рекомендую вам для начала сориентироваться, как тут чего работает. Переставить палки на вторых делениях. Сейчас у нас тут загорится, походу, что у нас загорается. Смотрим, что загорается. Ага. Ну, в принципе, удобно. Что дальше будет гореть? Давайте перескачем. У нас осталось 20 секунд. Будьте внимательны. Мина обезврежена. Так, я вернулся снова в хардварный режим. Ну что же, на этот раз мина обезврежена, и мы идем в следующую зону. We were expecting to see more than this by now. You'll have to go deeper. Да, он нас услышал, и сейчас пойдет к нам. Тут какой-то бордюрчик, он, походу, его не может просто так обойти. Нам надо взять его в плен и допросить. Может, он нам скажет что-то интересное, как вы думаете? Ну, я тоже так считаю, он скажет что-то интересное. Поворачиваемся, поворачиваемся, опа, опа. Теперь схватываем его за горло. Тут какие-то мусорные контейнеры, походу.
Ну, вон, собственно, камера... Несколько камер отключено. Точнее, не так. Вот так вот. Мы можем видеть, что здесь только две камеры работают. Эта камера не работает. И давайте посмотрим, что он нам может сказать. Пригласим нашего напарника, кстати, к нам. Got anything you want to get off your chest? Do what you like to me. I'll never talk. Let's see if you know anything useful. I have nothing to say to you. Talk to me and you don't get hurt. I would never betray my allies by talking. Time to play nice. Oh, crap! Now stay still and cooperate. You don't scare me, you coward. I suggest you reconsider before this gets ugly. I can be helpful. Hey! Open up Sector 1 for me! See? Let's see if you know anything useful. Is that all you got? Kiss my ass! Come on! Open the door! Откройте дверь! Come on! Open the door! Ну да чё, давайте ещё раз, по третьему разу. Come on! Open the door! Better find a way to convince them to open that door. Come on, let's move. Ну, мы же можем перерезать проволоку у выключенных камер. Что мы и сделаем. Это была первая камера. Какие-то ящики. Давайте перейдем ко второй камере. Кажется, наверх нам нельзя залезть. А вот и первая карта-ключ. Она находится на этом столе. Ее придется нам взять. А дальше мы побежим. Оп. Побежим в эту зону. Теперь выбираем пистолет у обоих агентов. Так, ну, насколько мы можем понимать, наверх нам никак не забраться. Правильно? Правильно. Ну, в принципе, жалко. Ну да ладно. Как вы можете видеть, две камеры нас все еще пасут. Выход. Давайте будем глушить первую. И пусть наш напарник проскочит мимо. Так, теперь позовем нашего напарника второго. Пусть он, собственно, подойдет к нам. Так, 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 вот он к нам бежит. Вот он к нам бежит, бежит, бежит. Ага, добежал. Так, ну в принципе, теперь мы переключаемся на синего агента. Нам нужно зайти вот в этот сектор. Здесь двери, тут сидит охранник. Так, ну он нам ничего не скажет, поэтому оглушим его по-тихому. Очень по-тихому. Опа, готов. А здесь есть вторая карта-ключ, мы ее как раз забираем. Используем первый компьютер, открыть систему безопасности и открыть дверь. Используем второй компьютер. Камеры не работают. Взламываем. Так, все. Здесь наши цели выполнены. Что это было?
Закрыть дверь, наверное, думаю. Так, ну здесь больше ничего нет. А здесь, кстати, появятся еще два врага при поднятии любой тревоги. И турель на этом месте образуется, выдвинется вперед из-под пола. Так, ну что же, ключ-карта. Проводим ключ картами и все. Давайте взглянем на наши цели. Что же мы здесь сделали? Мы завершили избегать обнаружения, вывести из строя камеры, получить журнал работ. Давайте посмотрим наши записки. Нейтрализовать наемников. Ну, их тут двое было всего. Что у нас здесь? Одно письмо, одно сообщение. Так, ну все, миссия завершена. Миссия пройдена. А вот и наши задачи. 100%! 100%! С вами был Шоу 25. Ну а дальше продолжение.